«Умань любит Трампа». Баннер с такой надписью появился в Умане. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, это своеобразная благодарность президенту США, который перенес американское посольство в Иерусалим. Я напомню, в эти дни десятки тысяч хасидов традиционно съезжаются в город, чтобы отпраздновать Новый год, Рош-Ашана. Они считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле раввина Нахмана, который похоронен в Умане. Считается, что если встретить Рош-Ашана возле его могилы, то следующий год будет счастливым.